Всем привет! Как и было обещано, внезапно провожу розыгрыш. Сделаю это, постараюсь сделать это довольно быстро. Заходим на YouTube, на канал My Coffee Way. Заходим на наше видео, которое участвует в розыгрыше. Вчерашняя запись. Видим 484 просмотра. Вчера было размещено это видео, это прямая трансляция. Посмотрим сейчас, сколько у нас человек разместились. Уже комментарии оставили. Так, ну, есть участники у нас. Поэтому проведем розыгрыш. Используем мы ссылку нашу. Есть такой вот сервис интересный. lizaonair.com. Вставляем сюда нашу ссылку. Видим, вот они просмотры. 27 комментариев, 27 лайков. И, соответственно, после нажатия на кнопку «Мне повезет» мы увидим нашего победителя. Напоминаю условия. Обязательно должна быть ссылка на аккаунт Facebook. Обязательно должна быть вопрос касательно, не вопрос, а что понравилось из способов заваривания, который нравится вот человеку. И, соответственно, человек должен быть обязательно подписан на канал. Это обязательное условие. Если одно из этих условий не выполняется, то, соответственно, мы переходим, еще раз генерирую, нажимаю на эту кнопку, и мы делаем до тех пор, пока не победит человек, который соответствует этим правилам. Итак, нажимаем. Поехали. Объявлений немного. Быстрая загрузка. И победитель. Нет, не победитель. Мы видим, что у нас стоит лайк, но человек не подписан на канал. Поэтому Денис Григоренко данный комментарий, к сожалению, не участвует. Да, мы видим, нет ни ссылки в этом комментарии. Ничего. Именно комментарий этот не участвует. Следующий комментарий. Юрий Криулин. Видим ссылка, видим, вот у нас подписан человек на канал, вот видите, да? Сейчас смотрим, на Фейсбуке должен быть правильный, то есть соответствует человеку аккаунт, его фотография, Юрий Криулин, правильно. Человек подписан на канал, выполнил все условия. Юрий, я вас поздравляю, свяжитесь с нами, я укажу комментарии сейчас к видео, как можно связаться. Вот, напишите мне в Facebook. Я вот указываю facebook.com. Вот, я оставляю комментарий. И пишем победитель. Юрий Криулин. Напишите, я поясню, как вы сможете забрать ваш приз. Всем спасибо за участие. А я напоминаю, что уже совсем скоро будет у нас еще несколько розыгрышей. Когда будет 20 тысяч подписчиков, это будет розыгрыш сифона кофейного. И под Новый год буквально 20. А в видео я более детально расскажу, когда именно будет проведен розыгрыш. Перед Новым годом будет разыгран инвестиции. 10 тысяч долларов на открытие своей кофейни. Более детально ждите, до конца лета выйдет видео, и я в нем все детально поясню. Еще раз всем активным участникам спасибо за то, что смотрите сразу, за то, что активно участвуете, за то, что пишете комментарии, задаете вопросы, и даже, я видел, отвечаете на вопросы других. За эту активность вам огромное спасибо, отличного всем вечера, пока!